Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cryofear. В последней серии мы пробрались в школу, очень страшно там, напугались, но тем не менее получили ключ, ой, ключ говорю, предохранитель, который нам нужно вставить где-то здесь, в метро, короче говоря. Ну, идти недалеко, тут у нас в прошлый раз были ребятки. Но сейчас вроде как нет. Там у нас еще было сохранение, пожалуй, схожу, сохранюсь. Просто потому, что мне таким макаром спокойнее жить будет. Единственное, что мне не помешало бы, конечно, это здоровье восполнить. Ну, по крайней мере, тут сохранение на каждом углу раскиданы. Пасноник, Шильпс, все дела. Так, ладно. Секундочку. Продолжаем. Так, вот тут у нас что-то было эдакое. Да. Ну, это логично. Тут вообще без вариантов. Сразу понятно, что делать, как быть. И мы попали в метро. Хорошо. Напоминает метро из The Darkness. Достичь площади Хэнсона через Секса на Веню. Сюда мы явно не попадем. Лучшее лечение от депрессии. Какие-то таблеточки, что ли? Так, алло. Я что-то не понимаю или как? А, понятно, просто надо. Двери автоматически будут открываться. Вроде тихо, да? Так, патроны. Еще сохранение. Хорошо. Сохранение это всегда хорошо. Конечно. Музыка опять какая-то тревожная. Не, ну метро это натуральный Silent Hill, вообще моментально узнаваемый. Дверь открывается электрическим замком. Понятно. Вот оттуда я слышу неприятные звуки. Да что там такое, мать его, за ноги? А, это ты? О, блин, напугала меня. Я думаю, что ж там такое? Ну ты вроде как... Не опасно на таких расстояниях. Будем надеяться, по крайней мере. Я в Кирквилле. Мне нужно пробраться туда каким-то образом. Ладно, не будем разбираться. Что без этого. Вроде по большей части тут идет как коридор. То есть не заблудишься. Блин, ну неужели нигде нет шприца? Я уже вторую серию хожу с этим смешным количеством здоровья. Тихо. Хватит стенать. Дверь закрыта электрическим замком.
Я думаю, как обычно, мы сейчас что-нибудь включим, выключится свет, эти двери выбьет какая-нибудь хрень, или просто электричество сейчас выключим, а эти двери откроются, и из них попрет всякая мразь. Как было в предыдущей серии. Скорее всего, так и будет. Так, это просто ручка. Просто ручка. Понятно. А что у нас там? Ага, не поддается. То есть только сюда можно пойти. Хорошо. Ой, блин. Я ж тебя убил. Я же тебя убил. Так, ладно. Блин. А, ну это глюк. То есть, увидели, я сначала убил, потом она попыталась заставить меня застрелиться. Но я уже воробей стреляный. Не дался ей так просто. Не поддается. Ножик вообще, по-моему, пора выкинуть. Что-то толку от него особо. Ладно. Вы по большей части беспомощные. О! Так. Вот никого. Фух, так, это, по-моему, просто прекрасно. Наконец-то, братья, не вмазался, да? Я примерно представляю, где мы находимся. Так. Ой, что-то мне очень не нравятся местные коридоры. Так, ну чё, бабайка? Ну, тут никого, ладно. Ой! Откуда ты тут, мать? Твою... Я не знаю, кто у меня за спиной. Откуда она? Откуда ты взялась? Эту дверь, что ли? Нет, не эту дверь вынесла. Эту дверь, может, и не отсюда. Так, она, похоже, просто появилась из воздуха. Супер! Теперь у нас такие приколы, значит, еще имеет место быть. Шикарно. Ладно. Ладно. Ага, хорошо. Ага, и второй открыли. Отлично. Отовсюду понахватали, да? Вот эти вот страшные японские девочки, завернутые в простыню. Это японский тип пугалок. А всякие там... Непонятные женщины с шипами вместо рук. Это уже менее такое японское. Чё? Так, я все правильно понял? Только я не помню, где она находится. Вот это вот самое печальное. Ну, надо бежать, похоже. Так, где-то тут.
Оп. Где дверь? А вот он. Давай. Давай, братюнь, давай, ну, ну давай, ну, давай быстрее. Еще один коридор. Ага. А теперь ты закрылась. Но я успел, это хорошо. Тихо. Что значит батарейка в левом верхнем углу? Внимание, низкая батарейка, низкий заряд. Шикарно. Главное, свети. Остальное мне не так нужно. Не поддается. Блин, да чего он вибрирует-то, а? Что-то нам дает. Что-то где-то открылось. Опять на время, небось. Ага. Хорошо. Оп. Скотина. Уф. Уфала, как говорится. Что мне с телефоном? О, шикарно. Вот и сел мой телефон. А, понятно. Все понял. Эта штука у нас значит, или вот это, вот это открывает дверь. Тихо. Давайте-ка мы поставим пока вот так. А, нет, лучше... А, подожди. Хотя, в принципе, да. Да блин, давай быстрее, мать твою, за ногу. Ну шо ж ты? Телефон у нас все равно сдох. То есть теперь мы без фонарика даже хоть какого-никакого. Это меня не радует. Ой, ни капли. Так, ну теперь я так понимаю, мне нужно идти туда, где была эта шняга. Как его, растение назвать или как? Падает, твою мать. Да, не самое лучшее оружие против них. Вот винтовка бы мне сейчас очень пригодилась. Ты живой еще, что ли, мать твою? Да охренеть. Винтовка с одного выстрела валил. Без винтовки мне тут, похоже, с ним будет не очень весело. Тихо, еще один. Да хрен с тобой. Так, сохранимся, это хорошо. Ага, вот так теперь, да? Так, ну-ка, погоди.
Да уж. Все хуже и хуже. Супер. Ой, блядь. Хамуха. СЦП, говорите, да? Подожди. Я отсюда пришел? Твою мать. Это явно не то место, где я хочу находиться. Так, как тебя выбросить? Это уже самое нелюбимое мое место в этой игре. В полной темноте без фонарика. О, светло. Ой, блин. Аж передернуло всего. Если сейчас что-то поедет, то мне... То мне хана. Уф, так. Ой, дайте дух перевести. Понятно. Куда, так понимаю, идти не стоит. То есть в этой игре во всех местах побывали, в которых может быть страшно. Тихо. Чё за хрень? Валим, валим, валим. Ну, ползи ты, мать твою, наверх, ну. Чё за звуки? Попала. А ну-ка, подожди. Что-то я ношусь как угорелый. Но это, видимо, потому что я не хочу, чтобы быстрее у меня вот это вот. Подожди, что-то. Короче, не хочу, чтобы у меня вот эта вот светилка, вспышка. Разрядилась. Так, я сейчас меня на винты намотает, да? Ну давай, ну мать твою, за ногу быстрей. О, выход. Чуть-чуть пройти надо. Чуть-чуть. Кто-то за мной идет. Ох, сохранение, хорошо. Фу. Так. Сейчас, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Подожди. Что такое? А. Да твою мать. Да, с управлением, конечно, определенные бока присутствуют. Я тоже подумал, что что-то плохое случилось.
Так. Твою мать. Ой-ой-ой. Только не падай, братюнь. Вашу мать. Давай, ну. Залезьте внутрь, мать твою, за ногу, да шо ж ты. Я понимаю, если кому-то охота сказать, что нажми Ctrl и пробел одновременно, он просто не лезет. Так, я, пожалуй, новый достану. Ладно. Твою мать. Я... Я ничего не хочу, я просто хочу выбраться отсюда. Давай, кто... Так, быстро достаем пистолет, перезаряжаем, достаем по новой, зажигаем, тупик, берем, давай, братья, давай. Кто-то за мной идет. Давай, давай, лезь, лезь, я не знаю, кто там идет, я не хочу знать, давай, 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 полез. Кто-то меня преследует. Супер, мертвая кошка. Твою мать, он идет за мной. Твою мать. Ну давай, блять, бросай, бросай. Да кто там за мной? Кому там чего не хватает, мать вашу? Я сейчас до истерики меня доведут. Мне так страшно не было уже хрен знает сколько времени. Так, нет. Тут свет, сюда. Ой, сохранение. Ну нахер. Я не знаю, сколько этой серии по времени уже идет, но мне нужно отдохнуть. Давайте, ребят, увидимся в следующей серии. Но пока что я ее, пожалуй, выключу, что ли, не знаю. Как бы там ни было, пока. До завтра.